Привет всем, дорогие друзья! Наконец-то у нас появился свет и появилась возможность поздравить наших счастливчиков, именно победителей и розыгрыша. Что ж, я надеюсь, что теперь у меня появится и возможность прийти в обычный режим и начать снимать новые летсплеи. Ну а пока что давайте начнем с приятного момента. Как я обещал, победителей должно было быть 5. Но, к сожалению, не все проявили достаточную активность, и по итогам конкурса мы смогли выделить только 3. И что ж, не буду долго затягивать и перейдем к нашим счастливчикам. На 3-м месте у нас Вадим Самигин. С чем я его поздравляю? О, кстати, у него сегодня даже днюха. Ну что ж, мужик, вообще тебе сегодня повезло. С днем рождения тебя, и я думаю, это будет приятным подарком и дополнением к сегодняшнему дню. Итак, на 2-м месте Владислав Рычков, с чем мы его тоже и поздравляем. Нет, не с тем, что он Владислав Рычков, а с тем, что он занял 2-е место и что получит сегодня сервер. И на 1-м месте Кирич Белый. Также поздравляем, и сегодня я с вами свяжусь для того, чтобы раздать призы, а именно рассказать, что нужно сделать с тем файликом, который я вам скину, для того, чтобы потом можно было играться на сервере. И я надеюсь, что уже в скором времени появится возможность у меня снимать новые летсплеи, как я и сказал в начале видео. И, наверное, первым летсплеем будет Dead Rising 3. Так что до скорых встреч и ждите видео. Пока!